Перед госавтоинспекцией стоит немало задач, и одна из них – предотвратить как можно больше ДТП. Впервые понятие пропаганды появилось в 1932 году и было связано с предшественниками ГАИ – отрядами регулирования уличного движения. Главные задачи службы – разъяснить населению основы законодательства по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения. Одной из самых главных задач является формирование безопасного поведения на дороге у юных участников дорожного движения. Профилактические воспитательные мероприятия проводятся в школах, детских садах, летних лагерях и местах массового пребывания детей. Инспекторы по пропаганде организуют также разъяснительную работу не только среди дошкольников и учащихся, но и их родителей, а также педагогов. В условиях пандемии работа не прекращается, инспекторы ведут ее дистанционно. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой сотрудники отдела пропаганды в настоящее время занимаются тем, что разрабатывают новые методические пособия, материалы для своей дальнейшей деятельности, для педагогов, чтобы в следующем использовать все новые материалы в сфере профилактики дорожно-транспортных происшествий. Предупреждение ДТП – задача, требующая вложения немалых знаний и сил. Плодотворная деятельность имеет долгосрочный эффект, но недостижима без участия педагогов, родителей, отзывчивых людей. В профессиональный праздник сотрудники госавтоинспекции благодарят всех неравнодушных к проблемам дорожно-транспортного травматизма людей за инициативу, помощь и поддержку в деле воспитания законопослушных участников дорожного движения.